Я думаю, что не совсем верно то, что граждане Украины, для них будет чудом увидеть депутата в зале. Граждане Украины... Праздник. Это уже не будет праздником. Граждане Украины боятся сегодня народных депутатов. Они боятся, что они примут следующее. То есть, когда парламент отдыхает, есть возможность не испугаться, что они хотя бы повысят там... Что не они повышают, что опять не поднимется там пенсионный возраст, не возрастут тарифы, не будут введены новые...